Так, коллектив выезжает по маршруту сказанному заранее. Сегодня у нас город Чебоксары, столица Чувашии. Постановок не будет, так что набирайте терпение, мужество. Всем хорошего пути движения, радости, любви и уважения. Вперед! Честно, не помню. Может быть, были, а может быть, нет. Да были у нас Чебоксары. У нас были. Конфеты. Лена вкусные. Говорит, конфеты там вкусные. Или котлеты, она сказала. Кажется, были уже, наверное, были, конечно. Дедушка приходит в станицу и говорит, Володя, а кем ты работаешь? Я говорю, ну я артист, я пою. Это я понимаю. А работаешь ты где? Вот. Человек, который, естественно, не погружен в эту атмосферу, они, конечно, не понимают. А потом, когда им начинаешь рассказывать, вот, как мы живем, наш быт, вообще то, чем мы занимаемся, они говорят, а как вы живете, как вы работаете, а как вы выдерживаете? Господи, так и выдерживаем. Сумки вот. Женский балет большая. 36. 36. Нашел. Погнали. Автобус, гостиница, концертный зал. Опять автобус, гостиница, концертный зал. Буквально 2-3 часа там подготовиться к концерту, сделать разводку, заставить свой организм, который хочет еще, может быть, где-то поспать, отдохнуть, но заставить его работать. Тут как на войне, понимаете, здесь нет такого «хочу, не хочу», «устал, не устал». Бывают такие моменты. Человек приходит, он едет в командировку, с командировки приезжает и увольняется. Не выдерживает. Вот я так вспоминаю, чаще всего бывают девчонки выносливее. Поджать. Ульяна, поджимай, поджимай ноги. Еще, еще, еще. Я в кубанском казачьем хоре 16 лет. Это труд, это пот. Вверх, вверх, верхняя точка, наверх, на забор. Это мозоли на ногах, на руках. Это усталость. Все, набирай темп, набирай. Без танцев я себя не представляю. Я вот мужу говорю, не отнимай у меня это хобби, мою любовь. Ты отнимешь у меня мою родину, я погибну. Структура вот нашей государственной русской народной хоров, включая кубанское казачье хоры, это хоровая группа, это танцевальная группа и оркестровая группа. У каждой этих групп есть своя функция. Всем тишина. Поехали. Раз, два, три. Сейчас, Игорь, только сейчас ты очень скомканно сыграл. Сыграл та-ра-ра-ра-ра-ра. Вот. Па-да-да-да. Ферме, ферме. Сезон уверт в первый арабеск. И теперь точно в первый арабеск. Ферме, ферме. Через ножку в аттитюд. Купе ассамбле и в другую сторону ферме. Ферме через ножку купе ассамбле. Кадров профессиональных не так много. Приходят они из разных городов России, из Москвы, и наши местные. Вот, допустим, там пришло 6-7 человек. Не факт, что вот все они останутся. Сколько тех людей, которые приходили к нам, окончивших консерваторию, но в хор я их не брал. Вроде бы все грамотно, но я вижу, что своим голосом там певица не добавит какого-то новшества. Вот я себя вычислю эту квинту, будет вам квинта потом.
хоровое пение – это не просто инструмент, а живой инструмент из человеческих голосов. Ух ты, степь широк, о-о, как я степь, раздо, опольна я. Ну, говорят так, из солистов сделать хор нельзя, а я считаю, что можно сделать. Понимаете, чтобы сразу узнаваемый голос запел и не спутаешь ни с кем. Да, и чтобы этот узнаваемый голос был красивый, потому что можно любоваться самим голосом, без слов, без всего, голос красивый. Красота в каждом голосе и своеобразие заключается в тембре. Это то, что надо беречь каждому певцу. Это его паспорт. Есть голоса настолько мощные по силе, да, такие, что, знаете, вот, ну, как колокола. Как иерхонская труба, говорят. Я стараюсь вот это богатство использовать в тех песнях, потом, которые не поют. Когда сидишь, допустим, впереди, и у водителей включена рация, и дальнобойщики начинают: «О, бешеные трамвайчики поехали!» Они нас так называют, потому что, когда мы 5 автобусов выезжают, это же красиво, все идут колоночкой, и все: «О, опять наехали эти артисты, съели все, надо ехать быстрее, иначе в камышках ничего не будет». Сами вчера говорили, что девчонки в одинаковом платье, да, и у нас получается они через год. Вот здесь, вот после вот этого. Здесь вот такая катюшка. Сталинградки, Русь, Беларусь. У зрителя есть свои любимые песни, свои любимые танцы, свои любимые артисты. По существу зрители всегда как бы навязывают нам, что нам петь, что нам играть, что нам плясать. А нам же надо развиваться. Вот это, сказать, камень претензий. Поэтому надо очень гибко строить программы. Какую программу вы бы не имели, но эти песни иметь обязательно надо. Там, скажем, «Люба, братцы, Люба», или там «Воспрягайте», или там «Когда мы были на войне». По вашим многочисленным просьбам забивает заслуженный артист России Виктор Сорокин. Аллилуйя!
по темпераменту таких артистов в стране. Ну, может, еще где-нибудь один-два найдется. Вот он, его люди любят. Приезжаешь, а Витя Сорокин приехал, хотел на афише, он же висит с гармошкой. Вот, приехал. Если Сорокин не приехал, а зачем мы билеты брали? Это любимец русского народа. Трогает публику. Наверное, сейчас людям не хватает такого героя, как раньше, да, вот они у нас были в детстве. Может быть, Витя является таким каким-то прообразом. Вот эта вот удаль казачья, которая в нем присутствует. Наверное, это и цепляет людей. Аплодисменты нас просто сносят звуком. Мы их туда звуком, они нас обратно посылают. То есть такой, своего рода волейбол такой, да? Виталий. Мы вообще безумно счастливы. Да. Своему счастью не можем поверить. Спасибо. Очень приятно. Мы сейчас сфотографируемся. Давайте. Здорово. Спасибо. Здорово. Так же хорошо. Вам можно пожму руку? Конечно. Надеюсь, муж мой не ревнует. Нет, муж не ревнует. Муж сам вот мечтал давно увидеться. Много цветов в доме после концерта. Есть одна фанатка, вот она приносит, вот по-моему, вот эти большой букет, мы его разделили на два, 25 роз. Она дарит каждый концерт, она приезжает с Тихорецка или с Тимашевска, откуда она? Вот эта женщина. Это останется тайной. Да. Она всегда выходит, дарит цветы, всегда чмокает в щечку. Я раньше, ну вот прям как-то ёкала ревностно, да. А после, когда уже поняла, что это Витина работа, но семья есть семья, для него это главное. Тухтену мех надо. Давай. Там не дави ничего. Сюда возвращаемся. О! И меня, давай, меня, родная, опять вниз. Коль себя не заберегу, давай, буйну голову сложу. Степан у меня младший, вот сын, он любит песни, он дочь старшая. Решила заниматься танцами, вот, поэтому, ну, не знаю, может, все еще переменится и будет петь. Они, конечно, много гордятся, и я чувствую их поддержку, когда семья моя в зале. Я не могу работать, когда мама в зале, у меня тяжело, вот, не знаю почему, вот. Наверное, редко видимся, потому что... Не для меня придет весна. Широко ты матушка. Нет, иди к своему микрофону, Леша. Мне ж басы надо вытянуть. Сцены же разные, акустические бывают. То есть иногда ты выходишь и не понимаешь вообще, где ты. Потому что звук глухой. Внизу. Плохо. Ну-ка, позиция. Буква У внутри. Пожалуйста. Бывают сцены, что ты выходишь, и звук шикарный сам по себе. И они же от этого же тоже заводятся, если им комфортно, если им удобно. Они же сами тоже начинают. Ох, истепший рот. Yeah.
всю сцену разметим. Будет так удобнее ориентироваться по сцене, где центр находится, чтобы ровнее было танцевать. Вот эти всякие выкидки, они должны быть более правдивыми. Прошу, перекаты вот эти, все таки махи ногами давать. Вы там как тараканчик, так раз ножки, так тю-тю. Простых номеров не бывает, все танцевальные номера. Показывать так, как будто это легко, непринужденно. Зритель должен отдыхать, а не переживать за нас. Сделает вращение или не сделает, отпрыгает или не отпрыгает. Но мы зрителя начинаем притягивать к себе. И вот этот вот хороший контакт у нас идет на протяжении полутора часов. В Рязани 500 километров с утра проедем и в бой. Будете наказаны. Забыл, что такое матушка Русь? Научу. Последний раз тебя вижу вообще в автобусе. Что тебя не было на маршруте полгода. Такой маленький шкент вредный. Они маленькие все такие. Так, едем в матушку Рязань. Край, любимый край Есенина. Расстояние далеко. Остановки минимум. Держаться до конца. Туалета по дороге нет. Думайте про это, и все будет хорошо. Вопросы есть, вопросов нету. Мужественный наш полевой командир Виктор Станиславович Вишневский, который стены пробивает, конечно, он четко знает свою функцию и может за собой повести вперед. Он хоть и грозный такой, но он может давать кому-то какие-то прозвища. Но это все настолько в точку, и все это с такой какой-то шуткой, с юмором, что на это нельзя обижаться. Сам вообще десантник, он всегда без паники, короче говоря, нас всех держит в кулаке и заставляет за ним двигаться. Слушай, позвони в Динскую, спроси, что может быть причина. Приехали, не троило ничего, подъехали на три семерки, заглушили. Пока народ садился, пыр-пыр-пыр-пыр и сдохло. Дорога есть дорога. Люди выдерживают, автобус не выдерживает. Вот такие гастроли. Это замкнуло. Там люди еще нашли. Нам что остается? Мы будем надеяться и ждать. Есть люди, которые отвечают за нынешнюю ситуацию, которые думают о нас. Он отвечает за эту часть, за организационную. Автобусы, гостиницы. То есть это организация всего, что касается не художественной части. Все остальное – это на нем. Поехали. Так, все там, да? Фасер взял. Ехали-поехали. Yeah.
парадом. Мы погладили только два костюма. Еще там еще гладить и гладить. Мы ее вот новые кофточки пошили, ложечки и спидницы новые. Наташки, ну. Поэтому обновили немножечко костюм. Бывает такое, что артист растолстел, там, я не знаю. Ох, еще как. Расширяем. Ну, шоколадку, точно. Я пока что не с вами здесь сижу. Ну, надеваешь? Правильно. Это все птичьи мамы. Птичьи мамы, пока меньше надо кушать. Это жена моя на всякий случай. Имею право поправить. Старички. Боже, какой-то кошмар невыносимый. Я когда смотрю сейчас свои фотографии, и Ольга Ивановна нас так научила красить. Что мы ходим, как Молли? Я помогал сразу. Зеленые какие-то, фиолетовые там, синие. Причем там, где должно быть светлое, тоже темное. Да. Все как из 90-х. Угу. Все, в отеле богиня. Сложилось такое мнение, что брать, если женщин, казачки, они должны быть чернявые. Черные глаза, там вот она должна быть смуглая где-то, там темные волосы. Вот. Ну и как-то это все равно сохраняется, эта традиция. Раньше вообще были все женщины практически темного цвета. Сейчас как-то это послабее стало. Мужчины, конечно, это усы. Усы, там шикарная борода, если она у тебя есть. А есть, которых она не растет. Есть, кто там дорисовывает или еще что-то. Ну, это уже секреты, да, какие-то там. Ну, не растет она у него, что делать? Эта штука такая интересная, полезная, очень для бороды. Только для бороды? Только для бороды. Only for men. Только для мужчин, только для бороды. Что ты имеешь в виду? Ну, питательный масло, да. У меня бы росла такая, я бы тоже такое отпустил, а у меня так не растет. А у меня вот растет и волосы есть. А вот я как-то, я даже не помню, почему я определил для себя вот так. Ну давно было, я не помню даже почему. Наверное, потому что это очень просто. Вытер лицо вниз и все. То есть не надо его закручивать. Если природа дала красоту природную, то уже абсолютно ее не пропьешь. Ну все, пошли. Говорится, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Вот. У нас наоборот. Ваня меня покорил своей кухней, блюда всякие разные каждый день. Берем лепешку, берем вот так, ну я всегда вот так на палец, грубо говоря, сверху. Вот так берем с двух сторон и вот так делаем. Ну, такая пустышка, чтобы вся проводилась, чтобы не просто лопухом было, ну, вот таким вот цветочком небольшим. Не успела? Ну. Лично для меня, вот в моей жене нынешней, это было главное, когда я услышал голос. Слышишь голос, слышишь тембр, тебе хочется проспаться, когда тебе говорят «доброе утро», именно этот голос, а не какой-то другой. Ну вот, видимо, поэтому я до 30 лет ходил холостой, искал, чтоб услышать. Ну и услышал в итоге. Вот уже 3 года скоро вместе. Кто главный на кухне? Ну, я не буду лукавить, я. Мне нравится это. Просто если Ваня так вкусно готовит, почему я так буду готовить? Я отдыхаю здесь. Это то же самое, что вот, что на мотоцикле ощущение мне, когда я еду.
чувство какой-то свободы. Ваня же еще на мотоцикле очень любит на байке своем ездить. На шикарном красивом байке, который мы очень любим. Да. Лелеем. Мотоцикл вот такая, наверное, цацка, которую можно что-то хочется постоянно даже менять в лучшую сторону. Видели меня знакомые какие-то мотоциклисты, ребята, байкеры настоящие, там, мужчины, взрослые. Я говорю, как тебе? Ну, ты артист, тебе можно. У тебя все нормально, у тебя жизнь яркая, и мотоцикл должен быть ярким. Все время, когда мы собираемся на мотоциклах, Ванька пляшет. Да, конечно. Ванька поет. Пляшешь ты. Познакомьтесь. Нет, на самом деле, самое яркое впечатление у меня о Ване, это когда я видел, как он на мотоцикле опаздывал на концерт и несся в своем этом амплуа по красной. Только шашки не хватало. Мне шашки позвонили, сказали, надо, я можно на мотоцикле поеду? Нагло. В костюме, ну а как? Я же говорю, некуда мне его положить с собой. Там. Я одену их. Анатолий Евгеньевич, давай. Пусть все видят, на чем кубанский хор передвигается. Любовь и голубь. Раньше, конечно, прям в хоре много было, да, с вами? Прям муж-жена. Да. А сейчас мы в балете, да, у нас семьи есть. Да. Нет, ну это есть, это было, это и будет. Вот у вас кто муж? Инженер-электрик. Он был на концерте кубанского хора, была там соцсети, и вот таким образом мы познакомились. Он, естественно, как раз таки мне написал, как классно вас поет Витя Сорокин. Вот. И благодаря Вите, да, разошел разговор у нас. Ну, вот, я думаю, у Сони точно так же, да, Руслан? Хором бредила мама его, да, как потом оказалось. Даша тоже у нас замужняя почти. У нее муж Даша. Мы с мужем встречаемся на кухне по вечерам, когда бываем дома оба. Он тоже артист. Да, он у меня артист. А у нас нет личной жизни. Никакой личной жизни. Я живу с родителями, они уже привыкли, как что я с детства где-то езжу. Ведь у нас очень много людей не мыслят себя без хора кубанского. Анатолий Иванович Грубич. Мне кажется, это для него вообще семья. Да. Он здесь живет. Да были у меня там мимолетные такие жизни, так сказать. А мне всегда хотелось петь. Я все на это променял, Господи. И не жалею. Зато я... Ну, это жизнь, понимаете? Я почувствовал, я ощутил, что есть такое народная песня. Это такая сила, это такая мощь, это история, это всесильный, это творец. Можно восстановить сегодня практически любой месяц любого года и посмотреть в целом, как складывалась гастрольная программа нашего коллектива. Для нас не было малых залов или малых городов. Мы работали для людей, которые приходили на наши концерты. Сегодня вся территория Российской Федерации – это, по сути дела, большой концертный зал кубанского казачьего хора. И можем любой город запланировать на любой год, и мы будем знать, что зрители к нам придут. Смотреть здесь, потому что в Ростове не смогли взять ни билет, ни в Краснодаре, потому что висит, билетов нет, поэтому приехали сюда. Я же говорю, что даже афиш не было нигде. Вот, люди узнавали, вот видите. Это меня сын привел. В прошлом году еще хотел прибыть, когда приезжал в прошлый раз, но тогда проморгал. Вот в этом году привел. Сегодня почти юбилейный мой 9-й визит на концерт хора, и поэтому для нас это прям... Ну, такое большое счастье. Прекрасные солисты, сильнейшие солисты с красивыми голосами. Марина Хольченко, Софья Бофтон. Марина Ищенко,
Виктория Мельничук. Можно перечислять бесконечно. Виктор Сорокин, конечно же. Виктор Сорокин. Ну, для женского. Для женского, конечно. Иван Немченко. Кто за сценой стоишь, вот, ну там опять же кто-то с кем-то шутки, прибаутки, все, выходить на сцену, все, единый коллектив, даже все, ребята, собрались, мы выходим, все, кубанский казачий хор выходит, это уже не личность одна, это монумент стоит, огромнейший, который дышит так, как надо художественному руководителю. Виктор Гаврилович, спросил, знаю ли я эту песню, могу ли я ее спеть. Конечно, да, это была песня просто фантастическая, наверное. Я даже не знаю. «Солнце на Зенька», она записана в станице Пастуновской. Ее первая исполнительница была Марина Крапостина. Я никогда не видела вживую, только записи какие-то. Это был такой восторг. Причем она не обладала каким-то мощным голосом, но вот это, сказать, ее внутреннее содержание, предельно сокровенное, предельно искреннее. Иногда говорят, ну спой ее по-своему, по-другому. А как? Ну вот она уже все сказала. Ну, можно сказать, да, что я перепеваю просто за ней. Так есть. Она ушла из жизни в 30 лет, причем после тяжелой этой болезни, рак головного мозга. Когда уже Марина умерла, мы к этой песне не прикасались какое-то время. Потому что, вы знаете, как только мы прикоснемся к этой песне, вы знаете, хор начинает сам плакать. На колесах, либо на поезде, на самолете. Вчера в Москве, сегодня в Минске будем. У нас 2 недели будет гастрольный тур. Но это не так много, потому что у нас длительные гастроли там до 30, до 40 дней доходили. А это так, пробежаться тут рядышком. А ездить люблю, всю жизнь катаюсь, еще катался, да год и не дают. За 33 года сколько я наездил, Бог его знает, корец только знает. Да, есть свои трудности, но они компенсируются тем удовольствием, которое ты получаешь во время концерта. Чудо происходит. Желтый, динамику можно. Оркестр это тут тоже цветное, веселое. Солнце зеркало. Оркестр один без всего, да? Да. Вот моя любимая это. И вот эти. Вот. Да, я. Когда не для меня. Не для меня. Все, спасибо большое. Тот же, да, солисты? Конечно. Ну, голосины, потому что песни все такие заводные. Что? По 10 раз могу слушать. Там 3000 я полез. А их
Я человек, который не пою, начисто лишен вокальных данных. Вот так вот, если сейчас ему сказать: Антон Георгиевич, спойте. Я скажу: да вы что, так сказать, это позор. Но я не стесняюсь петь, когда поет кубанский казачий хор. И мне кажется, что, так сказать, такая реакция есть у каждого зрителя. Попить, вышли какой-то энергией, каким-то патриотизмом. Это великолепно. Каждый владеет искусством бельканто, поэтому уникальный хор, действительно уникальный. Вы знаете, когда в зале находишься, душа нараспашку, и вся там, а чем они поют? Мои родители пели эти песни, что не поют. Вот за это я люблю. Люблю и все. Много где бываем, и за границей подходили итальянцы, подходили испанцы. Когда вот с такими глазами просто, когда мы свистим там вот в номере, то есть перевоз бы не держал. Для человека даже, который, ну там, по-русски не разговаривает, не понимает, их это цепляет очень сильно. То есть как так можно делать? Вы что-то в рот вставляете? Нет, ничего не вставляем. Творческое соперничество есть всегда. То, что у Пушкина гениально написал Моцарт и Сальери, это о всех творческих людях. Нет того человека, который не завидует. Разница, наверное, только в, как сказать, в цвете этой зависти. Черная она или белая? Ну, это нормально, я считаю. Все хотят быть первыми. Это жизнь, это конкуренция, да, это стремление вперед. Творческое соперничество, оно порождает за собой развитие творчества. А ему сегодня там больше аплодисментов досталось, я завтра сделаю вот так, и мне больше достанется. Да? А что я сделаю? То есть я же или подержу дольше, там, или достану, или там как-то скажу по-другому, да, там спою как-то иначе, там руку как-то по-другому. Да? То есть это же стимулирует тоже. Выдает кубанский хор, не выдает ни один коллектив России. То есть он выдает что-то настоящее, наверное, исконно русское, как бы он ни назывался казачьим. Он выдает эмоции и дух человека русского. Концерта чувствуешь и облегчение, и счастье от того, что ты дал этот концерт. И хочется просто помолчать. Ты отдал все, а тебе нужно зарядиться еще на следующий концерт. С Божьей помощью отработали концерт. Осталось два. Всего лишь. И домой. Домой! Оставалось ехать до Йошкар-Олы.
километров 300, наверное. И вот эти 300 километров нам показались еще бесконечно долгими. Вьюга, снег, метет со всех сторон. На дороге все встало, встали фуры. Аварии были там, на одной из аварий лежал КамАЗ просто на боку, там как бы ничего так трагично, краном поднимали. Конечно, это испытание, коллектив должен быть вовремя, а коллектива нет. Отдельно каждый голос. Хорошо, песни. Хоть что-то народное. Плохих песен вообще нет, плохих песен. Так артисты сейчас где уже? Подъезжают, еще не приехали. Технический автобус он раньше выехал на несколько часов, поэтому он уже успел расставить, примерно там накидать свои эти точки микрофона. Даже нож нет. Пожалуйста, потерпите немножко. Мы очень волнуемся, очень переживаем. Договорились? Страшно. Мы уже понимали, что мы опаздываем как минимум минут на 40 точно. В общем, мы тронулись, господа. И нам сообщают, что люди, да, готовы сидеть и ждать в зале. Это так, ну, подбадривает очень сильно. Когда ты едешь, ты понимаешь, что тебя люди действительно ждут. Мужики, солисты, самая крайняя гримерка слева. Валентина Леонидовна, пожалуйста, сумка. Всем привет. У нас ситуация тасная. Мы опоздали на концерт, ехали 11 часов, но мы готовы к бою. Сейчас оденемся и как дадим тут. Ты где? Слышите, на подушку потом будем разводиться. Девочки, 5 минут. Сейчас отнесу. Так точно, мы готовы. Давай. Времечко, помилуй. Да. И зритель, подожди. Мальчик, нам тут аккуратно. Стой здесь. Готовы? Поехали. И когда мы просто вышли на сцену, еще ни музык, ничего. Просто уходит прийти и гром аплодисментов. Вот так вот. Поздравляю вас с прибытием в славный город Йошкар-Ола! Зритель доволен, мы тоже довольны. Все нормально, все как должно быть. Это ж кубанский казачий хор.